Мероприятие второй половины дня исследователь. Я исследователь. Какими качествами характера обладает исследователь? Что сделать для того, чтобы стать настоящим исследователем? Исследуем эксперименты со дня науки. Заносим свои наблюдения в специальный дневник. Исследуем окружающее пространство. Находим признаки одного предмета у других. Исследуем Землю вокруг нас. Разные страны и города, разные континенты окружают исследователей. Что мы можем сказать о странах? Что мы можем сказать о континентах? По QR-коду определяем страну или континент, который нам попадутся. Делаем IT-проект. Презентуем перед слушателями, фантазерами.